Вот лес переспелый уже убирается, потому что начинает вредитель его. И восстанавливаемся своего питомника, вот они. Елочки сажаем, сосенки точнее. Предельный возраст соснового леса – 101 год. После этого в нем заводятся вредители, а в стволах исполинов становится меньше сока, из-за чего они сильнее подвержены пожарам. Поэтому здесь, как в медицине, то, что не спасти, нужно ампутировать, дабы инфекция не распространилась по всему телу зеленого организма. А лес уже со 101 года рубится. То есть сосна. А там остальных уже поменьше выруб. Береза 71 года, дуб тоже 71 года, осина 61 года. Всего по нацпроекту «Экология» в нашем регионе лесовосстановление выполнено на 1500 гектарах. Это 102% от плана. Отношение высаженных насаждений к снесенным составило 132% от ожидаемого. Их уход выполнен на 44% в настоящее время. Ну, еще у нас есть время, июль, август, остальное будет выполнено в этот период. Потому что если сразу выполнить, все сразу, оно зарастет потом к осени. Вячеслав Новожилов, репортер 73.